Итак, друзья, мы сейчас находимся на берегу. Вы даже не представляете, где мы находимся. Это остров. Вот посмотрите внимательно. Вот он выглядит. А, вот видно. Вот. Видишь, это Мена? Это Ламбок. Нет, где? Ламбок. Это Ламбок? Вот. Это остров. За ним уже Австралия. Мы с Видочкой забрались очень далеко. Находимся сейчас на этом острове. Это очень прикольно. Вот моя помочка. Где моя помочка? Я тут. Вот моя помочка. Вот очень круто. Классный день. Сейчас мы сделаем такое подводное путешествие. Да, подводное путешествие. Будьте с нами. Взяли все необходимое. Маски, трубки. Даже купили тайные ласты. Да. И у Вовочки будет такой чехольчик на телефон. Да, и да, мы попробуем снять под водой. Так интересно? Да, так и будет. Возможно, здесь есть черепахи. Да. Но то, что здесь красивый вид, ну, все говорят. Да. Проверим. Сейчас проверим, и мы вместе будем там. Мы делимся с вами своим путешествием. Хотим, чтобы вы тоже окунулись в подводный мир вместе с нами. Итак, вперед. Вот это я наплавался. Вы не представляете. Под водой. Увидел там такая пропасть. Вообще идут кораллы, кораллы, кораллы. Потом такая резкая пропасть. И глубина там идет глубже и глубже. Я немножко снял. Но вообще, конечно, надо тренировка для съемок. Очень прикольно. Виктория плавает вон до сих пор. Вон она. Сомик маленький. Плавает, как рыбка. Не вытянешь с воды, не вытянешь. Остров невероятный. И вы знаете, вот за тем островом уже Австралия. Мы находимся прямо вот, предпоследний остров, перед Австралией. Очень прикольно, очень прикольно. Итак, друзья, что может быть прекраснее? Знаешь, я когда под водой, а я уединяюсь. Это какое-то своего рода уединение.
когда ты наедине с Богом, с самим собой. Я иногда думаю, что под водой мы как будто в молитвенной комнате, в тайной комнате. Очень прикольно. Весь остров, он очень похож на Мальдивы, но лучше. Лучше, конечно, в тысячу раз. Конечно, туристы об этих островах практически не знают. Об их существовании добраться сюда практически тоже нереально, если ты летишь откуда-то. Ну, как ты сюда попадешь? Здесь живут в основном местные жители. Остров мусульманский. Ну, однако, знаете, люди очень приветливые, добрые, улыбаются, помогают. Очень хорошие отношения. И вообще здесь классно. Вы видели, какой прикольный отель тут вообще. И все очень недорого. Здесь копейки, копейки все стоит. Еда копейки, жилье копейки. Все копейки. Тут другие как расценки, другой мир, другая жизнь. Хорошо, друзья, скоро продолжим. Пойду выпью клубничный коктейль, принесли. Вот, пойду выпью. Пусть Бог вас благословит. Уединяйтесь с Богом. Проводите время с Богом каждый день. Читайте каждый день. Мы с Виточкой читаем и Библию, и читаем художественную литературу. Сейчас тьма века сего. Я уже читал, читаю снова. Вместе читаем. То Виточка, то я вслух читаем. И очень прикольно. Вот наши коктейльчики. Вот они. Они исследуют. А там Виточка плавает вдалеке. Давайте посмотрим, где она. Вон она. Вон она. Это. Вот она. Вот. Под водой. Класс. Класс. Прикольно, да? Вот, хорошо. Скоро вернусь.